мабуть, найскладніше, я знаю по особистих історіях моїх друзів, що у бізнесі найскладніше цей рік за останні, мабуть, 5-6 років, 14-й рік пам'ятаємо, який був, теж складний. Щодо локдауну, вихідного дня і щодо можливих закриття правил обмежень щодо закриття. По-перше, сьогодні ще рішення не прийнято, не ухвалено. Я розумію, що ви прийшли саме для того, щоб сказати, висловити свою думку, так? Щодо майбутніх можливих змін у вихідні. Про що хочу сказати? Так, я почую, я хочу після того, як я завершу говорити, щоб ваш представник підійшов до мене, може там ще якісь декілька слів, аргументів особисто мені передав і вашу петицію, щоб ви передали письмовому вигляді. Я її передам особисто до Кабінету міністрів, який сьогодні буде це рішення ухваливать. Из Киева было указание такое. Давайте дальше наш ответ. Потому что я вышел вот как раз конкретно. Смотрите, логика вещей, логика вещей. У меня в магазине заходит 1-2 человека, правильно, в магазин? Магазин 100 квадратов. В АТБ заходит 200 человек, то есть там нет коронавируса, да, там не заболевают люди, у меня заболевают. Вы нас закрываете, а они работают. Как это было и в марте месяце, правильно? Смотрите, я готов подготовить с вами совместно. Нет, давайте логику включать, логику живую. То есть в магазине, где 5 человек находится на 100 квадратов, ему нельзя работать, а в АТБ получает. Правильно? Давайте решите. Так вы решайте, вы власть, вы решайте. Так мы просто выйдем все и перекроем все города и все улицы. И будете, что вы будете решать? Вы нам не даете жить. Нынешняя проблема в том, что мы уперлись в ложь. Никакой угрозы от этого коронавируса нет. Листочек на вот этой вот травке точно так же мне угрожает, как и коронавирус. А мы здесь разыгрываем какое-то огромное количество больных, какое-то огромное количество смертей. Это вранье. А все, что упирается в вранье, приводит к геноциду населения. Если люди, но и где они доказаны? Подделанные протоколы. Все.